Добро пожаловать в мир кайфов и ништяков, с вами Костик, и мы продолжаем играть в Hearthstone. Сейчас я вам покажу, какие карты я использую в режиме поля сражений. Вот что у меня получается. Один раз получилось вот победить. О, мы заработали какой-то бонус. Так, подробная статистика. Выбор из трех героев в каждом матче. Визуальные эффекты эмоций. Так, подробная статистика, значит, у нас теперь будет, да? Или вот она тут и была. В общем, использую я демонов, подручных, божественные щиты и все в одном. Там вот есть существо такое, который и моглок, и механизм, и демон. Вот, к нему можно еще магнитить механизмы как раз. Сейчас попробуем. Так, смотрите, что у нас. Вначале вы начинаете, это ерунда. Механизмы в таверне Боба получают плюс один к атаке. Во. Таким я еще не играл. Как всегда, ждем одного. Не, все. Вот такой мне не попадался ни разу еще. Она мне не попадалась тоже. Сильвана. Да, по-моему, вот этим кобальтом тоже, по-моему, не играл. Ну, вот этой, по-моему, тоже не играл еще. Остальными вроде играл уже. Так, берем божественный щит. Или... демонов лучше брать после существа 1-1, которое вот при призыве демона наносит 1 единицу урона герою, а сам получает плюс 2, плюс 2. То есть, если поставить кучу отожженных существ, то можно играть, в принципе, с одной единицей здоровья. В данном режиме игры карты не бьют у героя, только герои бьют друг друга. Поэтому... нет смысла вот держать его с большим количеством здоровья. Лучше использовать эти ресурсы на то, чтобы сделать существ сильнее. Так, поменяем разок. Демонов опять нет, да? Ну, возьмем механизм, наверное. Или перебор лучше сделаем. Во, заморозим. Потом возьмем вот это. При триплете будет предсмертный хрип, два божественных щита. А, и вот этого возьмем. Нам все три нужны. Кажется, ты идешь к победе. С этого, наверное, начнем. Хотя, с божественного щита. Вот, тут уже вот. Чувак двоих поставил. Так, мы опять теряем здоровье. Вначале хорошо вот такого демона ставить. Лучше 2 единицы здоровья потерять. У меня новые рекруты. Выбирай. Так. Значит, берем еще одного такого пока. Хотя, наверное, сейчас было лучше было бы взять провокатора. Так, на это не хватило. Так, а на шестой ход возьмем вот этих двух. До тридцатки сейчас потеряем. Я думал сначала, что это вообще так, просто заморозка, не для чего. А это такая полезная фишка. Особенно для дракона. Который в конце хода замороженных существ усиливает. Да, надо было, наверное, сейчас брать провокатора лучше. Поспешил. Хорошо. Еще не все потеряно. Хотя уже откушаться вот этому существу будет тяжелее. В самом разгаре. Покажи мне. О, свои... я тебя сюда не ставил. Сначала божественные щиты атакуют. Потому что они как бы будут атаковывать сразу первыми. Провокатора ставлю в конце. Провокатора
существа противника будут атаковать первым. Вот. А у меня первыми будут бить вот эти вот самоотверженные героини. И сразу накладывать щит на тех, кто справа. Кажется, ты идешь к победе. Такого существа. Такое существо лучше где-нибудь следом за ними держать. Так. Одно существо у него осталось. До 8 уже откачал. Я, значит, с таким здоровьем сильно его не откачаю. Возвращение. Так, улучшаем. Все в порядке. Вот, вот этого возьмем. Все в одном. Так, вот лучше такой нам нужен. Пока можно. Для триплета. Пробовал двоих ставить, один триплет и один просто. Думал, потом два триплета может сделать, но не очень удобно. Кажется, лучше двух демонов, которые отжираются, когда герой получает урон, ставить. Для одного, ну, одного такого. Одного вот этого демона, одного вот этого тоже. Или вот двух демонов. Да, тут у нас плохо дело идет. Начали плохо. Надо было провокатора в самом начале брать просто. Очень много уже здоровья ушло. Откачать будет его тяжелее. Поражение делает тебя сильнее. Покажи мне свой гнев. Так, не стесняйся. Взять провокатора, что ли? Или не, ладно, поменяем разок. И никого. Вот. Они призвак атаки, это не то. Во. Наймешь это существо и будет триплет. Да, вот это существо мы возьмем. Три превратятся в одного, и еще нам дадут карту. Кажется, ты идешь к победе. В самом низу я, да? Отомстим, да, вон я. Все уже как качались. Ошибочку в самом начале сделал. Надо было с такой картой начать. И два у него осталось. Да, все, теперь он у меня еле будет откачиваться. В самом разгаре. Так, улучшать не будем, лучше побольше перебоя сделаем. Так, так, магнетизм. Магнетизм сюда. Демон усиливать будем вот это вот тогда. Потому что провокатора мы потом уберем вот это. Так, вот такого оставим. Ну, слабо все равно пока. По сравнению с тем, что уже у других. У тебя все отлично складывается. Ну-ну. Нет.
тут я прям плохое место займу. Сражение в самом разгаре. Так, тут никого. Никого. Наймешь это существо, и будет триплет. Так, тут уже триплет. Еще один довольный покупатель. Так. Ну хоть так. Хотя далеко. Так, держать. С такой ситуацией не сбавляй обороты. Все равно буду наносить урон. А этого демона нет, который отжигается, когда герой получает урон. И яд. Хоть одного. Может, они из дождя бить будут. Я вначале, а не потом. Во, триплет. Здорово получается. Так, 18, 19. 18. Один наносит. Ну, уже лучше. Так, бегемота нет никакого. Ваш механизм только такого взять, если... Защитные системы активированы. Так, идем дальше. Тут никого. Не стесняйся. Найми кого-нибудь. Тут никого. Тут никого. Опять никого. Ох, дело идет. Так, это без магнетизма, да? Так. Ну, это не особо нужен. Семнадцать, да? По одному, это на 4 раза его качнуть можно будет, если вот этот демон возьмется откуда-нибудь. А демон по 2-2 каждый раз. 4 раза это 8. 8 плюс 4, 12, 12 максимум его раскачать получится только. Так держать. Слабовато. Не сбавляй обороты. Так, это по 4-4 будет получать теперь. На 4 раза это на 16 усилится. О, ну тут мы справимся. Ванны там, а и король лич мне попадался ни разу еще. Убирает ваше существо по обе стороны раны. Везде человек играл. Вообще затягивает так. Уматный режим. Так, он один, кто-то там уже выбыл. Так, неплохо это без магнетизма. Сыграно. Теперь развивай успех. Качнем, ладно. Перебирал в предыдущий раз, вообще ничего не попалось. Так, вот этого возьмем. Не самое сильное существо, но... Не знаю, такой. Что сможет зачем сделать? Нам два раза, да, призывать? С другой стороны, вот он. Вот этот нам нужен. Мне нравится ход твоих мыслей. Пока тут пускай стоит, да, или как? Успеем? Успел. У тебя все отлично складывается. Еще нужен подручный, который будет наносить урон, когда наши демоны погибают. Веса уже не успеем откачать.
всех подряд мне поступает надо, потому что жизни всего 4. Восстанавливать здоровье, к сожалению, пока нельзя, вот в этой версии. Неплохо сыграно. Теперь развивай успех. Развивай успех. Так. Наверное, не знаю. Просто сейчас потратим на него. Во. Вот это нам надо. Так, пускай качается сразу. Так, сначала вот этого сделаем. Потом его уберем. А, не, можно лучше кого-нибудь попроще убрать. Так, какого-нибудь вот такого, да? А это пускай качается. Ах ты, не тот мог подойти. Вот, если оба будут качаться, уже больше шансов будет, что они сольются во что-то более мощное. Да, я вот это не учел. Когда говорил, два раза двух демонов еще может призвать, нам одного такого точно призвать. Какой нам нужен? Так, и одного можно с провокацией взять. Который три демона призывает. Так, трое выбыло. Так, такой нам не нужен. У тебя здорово получается. Статуя, по-моему, на следующем уровне. Вот он, триплет. Так, этот вот не считается за демона как раз. Сейчас сразу глянем, что у нас вот этот нам нужен. Лучше найми кого-нибудь, пока мы. Хорошо. Абсолютная власть! Абсолютная власть! Так, ладно, на следующий ход его тогда. А вот этих я придержу до следующего вот раза. Он, яд. Так держать. Эх, не сбавляй можно оборот. Было сейчас успеть. Времени чуть-чуть не хватило. Это тоже яд из божественного щита. Лучше. Так, одного демона можно призвать только. Вот мы решили будем статую призывать. А, нам еще вот этот будет за демона считаться. У тебя так что без статуи. Пускай они в руке тогда триплет сделают. Этого тогда в конец. Мы с вами разделаемся! Так. Так, а кого убирать? Ладно, сейчас посмотрим. Так. Давай мне еще одного, все в одном. Сюда. Thank you.
оставляем очко на триплет. Так держать, не сбавляй обороты. Выжил. Божественным щитом. Твои существа постарались на славу. Подусилить, наверное. Чтоб вероятности побольше было. Так. Можно взять, пускай подусилит всех. Я бы сделал такой же выбор. Абсолютная борьба! Абсолютная власть! 30-22. Так, и одно очко вот на все в одном. Ну, на этого. Кошмарное слияние. Так, нам надо два вот таких и одного вот такого. Не гости, а поросята. Таких в руке бы собрать трех. Пятнадцать, двенадцать, наверное, будет. Так держать, не сбавляй обороты. Оп, два с ядом, один еще и божественный щит. Не знаю, чем яд будем убивать. Он один не высел, не вытянет. Все. В этот раз нам не повезло. Так, теперь попробуем с исправленной. Начальный. Тактикой. Слабого не будем вначале брать. Попробуем взять какого-нибудь провокатора, чтобы первые три хода держал. Божественные щиты между делом будем пробовать. Как вот они больше одного яда делают, интересно. Мне вот раз попадает, если. Так, слияние. После того, как вы продаете существо, вы два случайных существа в таверне Боб получает +1/+1. Попробуем это. Но слияние это вообще тупость. Просто 1-1 существо вначале дают и никаких приколов. Как-то невыгодно такого брать. И вроде бы к нему не магнитится, не помню точно. По-моему, просто существо один-один. 7 новых оппонентов. Хотя вроде как слияние, начнем? Да? Так. О, сразу с этого. Может, это существо решит исход сражения? Конечно, тем более оно первым у меня стоит. Сейчас бы еще попался один какой-нибудь затупан, у которого персонажа нету. С каким-то секретом, да? Чтоб я сразу демона с провокацией поставил. Удачи в сражении. И ни одно очко не потеряем. Не по назначению. Оп.
случилось. Тут на мурлоках будет. Так. С возвращением. Как оно там? Все в порядке? Пробуем я так. Я ничего не боюсь, кроме мышей. Кроме мишесть. Она ничего не боится. У тебя все отлично складывается. Оп, повезло. У вас что, получает божественный щит? Такого, по-моему, тоже никогда не брал. По 4 как-то дорого для божественного щита. Твои существа постарались на славу. Или ваши существа, а не одно существо. Если все существа, то это еще можно. Я ничего не боюсь. О, ништяк. Все, один триплет есть, а и вот и демон следом. Сейчас как раз две карты разыграем. А еще будет это дополнительное за триплет. Может, там демон попадется. Кажется, ты идешь к победе. Тут еще такая ошибка есть. Вот сейчас-то понятно, в каком случае, а вот бывает, когда много персонажей, а все равно божественный щит накладывается на того, у кого уже есть божественный щит. Не самое сильное существо, но что сможет сделать? Зачем меня? Я ничего не боюсь, кроме мышей. Так, ну и вот такого, да? Плохо вот этот вот наносит, ой, накладывает плюс один предсмертный хрип, но следующий бой уже без вот этого усиления персонажа. Вот сейчас вот у меня 3-5, 5-4-4. Тут они опять такие. 2-4-3-3. Так, этого не будем брать. Ты еще можешь выиграть. Так, ну за один, наверное, можно. Так. А пока отложим. Так, вот эти оба, ну, ага, вот этот только нужен. Просто зачем нам качать сейчас провокатора, если мы потом от него будем отказываться? Нам статуя нужна. А она, по-моему, на 5-м или на 6-м уровне звезд. А пока пускай стоит провокатор, пока он держится. Так будет уже кончаться карта. Места, точнее. Так, берем вот это. Твои существа постарались на славу. Вот его уже можно качнуть, вот это отдельно. Но лучше пока подержим. Так. Пока справляются. Хотя вот эти два уже начнут качаться. Просто я хотел с тем демоном, который отжирается. Ну ладно.
Покажи мне свои... Потом отхватим еще лежат. Итак, вот двое качнулись. Так, а вот этого я, по-моему, раньше, да? А, нет, он был у меня еще до этого, все правильно. Ставить еще интереснее. Можно поставить вот это наоборот в конец. Неплохо сыграно. Теперь развиваю успех. Чтоб если эти сольются, он божественный щит будет давать только тем, кто справа. Так, ну это пока без яда, пускай тут стоит. Смысла, хотя чисто этих если покачать, ладно, пускай будет. Пока так оставим. Может, за счет триплета что-нибудь путевое возьмем. Так, сейчас посмотрим, что еще есть. Вообще впустую. Вот он, триплет. Так, сейчас. Два очка надо, да? Зачем меня призвали? Получает 2. Так, тут избавимся, наверное, от вот этого. А, или, в принципе... Ага, сейчас не успеем. Согласен, от таких надо избавляться. Вот тебе золотой. Успеем. Покажи мне свой гнев! Еще один вот так. Довольный покупатель. О, у него уже вот этот есть. Шестяш. Не вывезет. Времени не хватило заставить получше. Четвертого уровня. Эх. Так, что у нас тут? Какие дела? У меня новые рекруты. Так, выбирай. Вот этого берем. Вот этого берем. Так, вот этого берем. Защитные системы активированы. Так, вот, блин, 25 секунд. Качайся. Зачем меня призвали?
Зачем меня призвали? Еще один довольный покупатель. Ах, не хватило опять времени. У тебя все отлично складывается. Здорово получается. Так. Никого. Никого. Не стесняйся. Найми кого-нибудь. Ну, блин. Ну, что за издевательство? Где нужные мне карты? Во. Так. Начал бой. Ладно, пускай стоит пока 2-4, хотя, в принципе, на таком круге уже. Так, 36-36. У тебя все отлично складывается. Твои существа постарались на славу. Я бы сделал такой же. Не самое сильное существо, но что сможет сделать? Меня 48 секунд. Вот когда не надо, времени много дают. Ладно, рискнем. Минус одно существо, плюс один золотой. Зря, походу. Так. А если этого поставим, то все, уже никого больше не поставим. Лучше пускай тут в руке будет. Тут уже вот 18 сливаются. Просто так-то у нас и этот качнется на 4. И эти по 2. Или с одного только этого поставить. Ну, сейчас узнаем, надо было этого делать. Это может быть полезно.
Возвращение. Как оно там? Все в порядке? Вот он. Так. Не знаю, наверное, не надо пока его. Он редко нас радовал. Будем надеяться, что сейчас тоже прокатит. А так бы качнули было бы 48, 12, 10. Хотя это не сильно и поменяло, конечно. О, ну такого должны. Еще один, минус четвертый даже. Так. Неплохо тут сыграно. У нас Украина стоит. Теперь развивай успех. Оп. Хорошо, когда есть что разыграть. Все равно у нас слева оказался. Любой зверь, магнетизм. Так, надо теперь чудовище одно. Давай чудовище. Может, это существо решит исход сражения? Блин, его убирать как-то. Да ладно, пора. Лучше найми кого-нибудь, пока можешь. Еще один вот это довольный покупатель. Эти будут сами качаться у нас. Эх, лучше бы вот этого демона оставил, как он справа стоит, и тут бы бойца слева. Так, два с ядом у него уже, вот это ему фартит. Оба же значит попал. А, у него тут какой-то сик... Да нет, не за этого. Отомсти за меня! Ядом по щитам. Секретно выжил. Так, качнем. Неплохо сыграно. Теперь развивай успех. Так. Так, такого у нас нет еще магнетизма, а есть три детальки. Плюс два, плюс два. Не особо, конечно, важно. Так, а может быть еще провокаторами кого-нибудь сделать? Есть смысл? Как-то не особо.
один довольный покупатель. Ну. Замораживать ради этого демона. Этого должно быть. Вот, вот такую статую я хочу себе. Вышел. Так, и осталось нас трое. А, двое. Все, сейчас будет решающий бой. Так. У тебя здорово получается. Давай, чудельное. Хотя бегемот третий. Сливать придется, ах, а его же не можем, да, чтобы его же взять. Ай, как плохо получилось. Божественные щиты нужны нам, а так не будет смысла. Ну, хотя бы перебор сделаем. Все, последний бой. О, яд, хватит. Успей. Ну. Успей. Успел? Эх, не успел. Кто с ядом был бы еще. О, да тут должны справиться. Тут какой-то зверь, но... Он плюс 4, он их качнул. Давай пожалей, он 60 стоит. А у него ни яда, ничего. А у него последняя штука. Полезная. Его тактики. И щитов у него сколько. Даже не существенно. В принципе, может сейчас валить даже. Так. Вот все идет нормально. О, ништяк. Победа. Не, нифига, у нее еще 25 жизней. Он еще жить будет. У тебя здорово получается. Не стесняйся. Так, найми кого-нибудь. Как поступить-то, а? Так, давай. Какая-то польза. Последнее существо в триплет так и не обернули. Этих тоже так и не соединил. Бой продолжается за первое место. Плохо, когда проигрываешь, нельзя посмотреть, что происходит дальше. Может, и делают это. О, опять у нее этот волк. 4-4, да? Еще два раза предсмертные хрипы срабатывают за счет вот этой последней. Увольните вы ее, первый. Зачем все так усложнять? Увольните последнюю. Стоит.
блин, он еще живой. Твои существа постарались на славу. О, триплет. О-хо! Все лучше и лучше. Выбор опытного командира. Так, вот это с ядом. Абсолютная порча! Абсолютная власть! Так, ну чё? Погнали. Главное, чтобы у него там с ядом никто не появился. О, живем. Так, убейте последнюю. Ах ты. А, это фигает. Потому что тот синий ушел. Один синий ушел. Ушла у него это. Заметил ништяк. А тут все равно. В принципе, работает хорошо. Двадцать четыре, 26. Блин. Бил его. О, не, теперь мне шанс. Блин, нет, тут хоть какой-то. Вот демон полезный, в принципе. Так. Так. А вот, получается, этого взять надо. Одного демона теперь взять, да? В вашем уроке адаптитажным существом по обе стороны. Эх, не успел взять. Попробуем еще раз. Может, с третьего раза повезет больше. Но вообще вот так тактика вот эта интересная.
какую я себе выбрал. В конце, конечно, не очень додумано. Блин, убил его несколько раз, а жизни не хватило снять. Другие игроки не постарались. Оставили меня такого жирного. Раз посмотрел, два посмотрел и справился. Так, когда вы будете зверя, получает +1/+1, тип существа меняется каждый ход. Ну, попробуем. Как всегда, одного ждем. Так. Начнем. Ну давай такого. Хорошо, когда есть что разыграть. Так, сейчас будем смотреть, какой тип будет. Никому не говори, но я болею ты за тебя. Всегда за меня болеешь. О, мертвый попался. Так, углока. Твои существа постарались на славу. Оп, замораживаем. Все, у нас уже триплетскую. Зачем меня призвали? Когда вы вербуете именно, не призываете. Но с этой силой героя, наверное, больше шансов, чем с той, что у меня было перед этим. Так вот, герой для механиков. Старались на славу. Хорошо, когда есть что разыграть. Согласен, от таких надо избавляться. Вот тебе золотой. Зачем меня призвали? Но нужных карт много нет. У вот тебя демона. Здорово получается. Зачем меня призвали? Зачем такого меня не призвали? За что существа любят мою таверну? За рулеты. Свежие рулеты. С пылу с жару. Так,
старались на славу. Я ничего не боюсь, кроме мишени. Не стесняйся. Найми кого-нибудь. Покажи мне свой гнев. А вот кто-то уже до трех звезд дошел. Так, мы сейчас вниз полетим. Будем здоровье существ переводить. Посмотрим, сможешь ли ты удержаться на вершине. Дал бы еще вот этого Тимота сразу. Чтобы он тоже качался. Отомстим за меня! Мы увидим сильного механика. Трудный бой. Собери. Ты еще можешь. Хорошо, когда есть что разыграть. Я же два раза нажал ничего. А, не, или я взял двух существ, правильно. У тебя все отлично складывается. Новые рекруты. Выбирай. Так, так. Давай сразу. Покажи мне свой гнев. Во. Наймешь это существо, и будет триплет. Защитные системы активированы. Минус одно существо. Быстрее. Плюс один золотой. Как раз то, что тебе надо. Не боюсь, кроме мышей. Мы с вами разделаемся. Так держать, не сбавляй обороты. Здоровье потеряли. У меня новые рекруты. Выбирай. О, ништяк, вовремя. Эй, да это же триплет. Держи награду. О. Еще один. Кажется, ты идешь к победе. Отомстись за меня!
вот есть три триплета соединения. Один раз он получает божественный счет. Один механизм погибает когда. Так, тут никого не надо. Неплохо сыграно. Теперь развивай успех. Если нам дадут такую возможность, конечно. Лучше найми да кого-нибудь. Что, паса? Все. Наверное, все-таки есть какая-то фишка. Я просто обучение пропустил. Кажется, ты идешь к победе. Неплохо сыграно. Теперь развивай успех. Так, такого попозже поставим. Не стесняйся. Найми кого-нибудь. Попытаемся в этот раз все-таки сделать задуманное. Пока держимся. Надо еще два вот этих провокатора получить. Один мимо попадался, вот надеюсь, если мы раз пропустили, не повлияет на возможность. Топ нам один бы сейчас оставался. Вот так вот не глянул обучение и угадываю. Сейчас будут у меня просто три синих стоять, золотых, и никакого толка. Так держать, не сбавляя обороты. Ну, один вышел. Попробуем перебоя больше сделать. Не будем пока улучшать. Да что ж такое, а? Давай ты мне их. И ни одного не дал. Вот ну надо же. Че, опять против мертвого, что ли? Мы ж его убивали уже. До 6 звезд. Кажется, ты идешь к победе. Че это у нас два раза на него? Или мне показалось? Может, предыдущий? Постарались на славу.
Ладно, давай за один улучшим. Один довольный покупатель. Наверное, вот это лучше будет. Этого. Ну, первую карту будем менять вот. Или вот эту. Сейчас посмотрим. Не получилось у нас узнать, короче. Они вон дальше не попадаются. Так держать, не сбавляя обороты. Сильная у него там стрела. У нас все расставлены хорошо. Но да, зависит от того, где кого поставить. Этот раз все.